Всем здорово, ребят. Ну что, начал я копить самоцветы. Вот 25 забрал. Сейчас еще повезло. 300 открылся у меня квастик. Я не стал делать сменку. Так, это у нас бесплаточка пошла. Сейчас еще раз сделаем. Отлично. И плюс 325 самоцветов. Это первый за сегодня квест. Так, что-то я делаю. Давайте будем проходить подземки параллельно. Сейчас пойдем с вами фармить. Думаю, попробую за пределы побегать. Так, и того, что мы имеем, 325 на первом квесте. Что у меня по подземках? Кстати, надо их тоже попроходить. А мы тут рядом, в принципе. Надо зафармить, иначе кошмарки уже здесь кошмарить. В принципе, с огником, я думаю, должен дойти, по крайней мере, до седьмых. А может и пройду и седьмые. В принципе, огник 30-й. Единственное, пэта надо, но некоторых героев, думаю, подкачаем к тому времени. Сейчас, блин, классная трата на пэтов есть, но, блин, я не знаю. Заманчиво, конечно, там мешки лисицы. А за 9000 там вообще супер. Зефира можно собрать пару мешков. В общем, я в раздумьях пока. Что же делать? Ну, понятно, за 2 дня я 9000 гемов не нафармлю. Это Unreal, к сожалению. Ну, посмотрим, что у нас челлендж за неделю получится. В принципе, как раз через неделю, я думаю, откроется. Так, ну это мы не будем считать. В итоге у нас 325 считаем, да? Так, здесь подземочку прошли. Давайте дальше будем сразу же зафармим седьмую начало. Я буду так постепенно забирать плюхи заодно. И фармить заодно, может, и за квесты за неделю пройдем и подземки. Кто его знает, как оно дальше пойдет. Ну, в принципе, мне и надо сейчас фармить подземки, потому что надо забрать в шарике обменки все на героев, которые есть. Еще скины дозабирать. Потому что на немке реально халявных куча скинов. Так, отлично. Сейчас мы с вами дофармим первый квест. Мне интересно просто, сколько в итоге, что у нас на следующем выпадет. Ну, тут можно не обязательно это проходить. Можно просто стартануть и закончить. Хотя, в принципе, оттуда тоже гемы падают. Довольно-таки неплохо. Так, и теперь у нас осталось рейды, да? Сделать рейдики. Ух, мои жесткие. Жесткие пацаны. Блин, надо, наверное, землеройку на эволюцию переводить. У меня нету на аккаунте ни ремки одной, ни одной оживы. Самое больное, самое печальное. Пришлось землеройке в итоге. Ну, в принципе, мы открыли скин. Пришлось землеройке. А, тут только чисто за победу. Качать ремку вторым талантом. Ну, в принципе, я не жалею. Ремка тоже офигенная тема. На землеройке. Единственное, теперь осталось собрать оживу хоть какую-то. Хоть первую, ну хотя бы хоть любая была, чтобы он в запределе не так сливался. Либо сделать ему эволюцию, поставить ПДшки. Но я что-то боюсь, что я дальше качну. У меня появится очень много огников. У меня и так их дофигища. Начало появляться. Так, интересно, засчитает две звезды? Да, засчитала. А что-то я выражаю
На хроно выпустил. Не, нормально затащил. Так, отлично. Итого 325 с первого есть. Забрать все плюхи. И вот таким вот образом мы будем их менять. Считайте, уже 350. 350 гемасиков. Просто изи. Ну, дополнительные гемы, которые с других локаций, я считать, в принципе, не буду. Так. 350. Тут можно сделать вот так вот. Блин, может их пройти, этих купидонов. В принципе, они несложные. Изи просто. Заодно можно отсюда будет что-то дособирать, какие-то осколки еще дополнительно. Что, в принципе, париться. Так, отлично. Самое приятное здесь, это когда... О, кстати, надо качать. Надо дальше ставить на прокачку. Самое приятное, когда у тебя падает сменка таланта. Это самое, самое топовое, что не может быть. Так. В квестиках. Так, нам надо тут что-то заруинить. Ну, в принципе, сейчас мы это сделаем. Как видите, квесты, в принципе, выполняются очень быстро. Сейчас интересно, давайте уже сделаем, сколько максимум времени реально на это время уйдет и сколько мы заработаем. Интересно. Ух, что-то я психанул. Смотри, там выкинуло там огник. Так, отлично. Итого два. Две сменки у нас есть. Поехали. Третья. Так, тут у нас за найм слизней. Вот такое себе. Ну, 25 гемов тоже неплохо. 375, да, больше ничего у нас такого не получилось интересного. К сожалению. Ну, 375. Пусть будет даже так. Так, ниндзики на 7. Но у меня тут водушек хватает. Без проблем сейчас будем фармить. Там мы так плюс-минус по минималочке идем. Можно реально где-то 1500-2000, я думаю, в день фармить при хорошем совпадении. Так. Так, давайте с подземок начнем. Я потом уже буду проходить их дальше, чтобы это не затягивать. Сейчас по бырику сделаем просто. Заодно еще и кгшечки подфармим. Так, дальше у нас все. Все чисто рейды. 375, ну не так уж и много, я вам скажу. Ну, если учитывать то, что вы дополнительно еще получите за вход 100 гемов, да, там каждый день, плюс за ежедневные эти сундуки там тоже около 100-200, то есть реально в день как минимум штуку фармить изи просто.
Сменки можно в магазине докупать, кстати. Надо чаще чекать магазин. Я хочу вот здесь. Это карта завершения квеста. Вот это можно прикупить. Да, дороговато, однако, слизни здесь стоят. Так, 4 райда опять надо сделать, магию выкинуть. Так, с магией решили. Того на 3 квастика у нас уже ушло 10 минут. В принципе, это не так уж и много, но опять же, 10 минут чисто для фарма самого, я думаю, можно в день найти. Ну, плюс дополнительно еще кое-какие там расходники, да, я прохожу волны, я прохожу там подземки, я получаю КГшки, в принципе, тоже плюс. Ну и плюс я получаю дополнительно расходники для шарика, для обмена. Что тоже немаловажно. $375, ребят. Ну, не так уж и много. Так, еще одна сменка. Повезет? Нет, опять. Опять нам не особо повезло. 400. Всего-то 400 гемов пока. Маловато будет. Ну, 400 гемов, 500 гемов. Ну, за месяц 15к, если так по минимуму, то можно отсюда получить. Блин, плохо, что оно не кидает сразу на последнюю подземку. Все время надо перелистывать. Так, отлично, забрали. В принципе, как видите, фармится золото на таком левеле очень просто, очень быстро. То есть проблем нет. Это на хай левелах там надо немножко побегать, там и золота основного много нету. И надо немножко побегать. Так, засчитали, отлично. $400 самов. Но, блин, все равно это успех. Я начал фармить самоцветы. Такс, все. То есть вот так вот по квестам 4 раза мы сделали. 4 квестика. Следующий квестик у нас получается вечером. Будет возможность сделать еще один квест. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Начало есть. Завтра уже с утра вам засниму продолжение. Все, всем удачи, всем пока.